Заметьте, сплошной кедрач идет. Полностью. Сопка вся в кедраче. Впереди нас ждет вот такая красота. Хоть картину пиши. Красиво как. Теряется просто, как проходить. Видите, тут косогор. Значит, и тут проходим. Тут будет основной фарватер. А там плоскодонка идет. Там будет мель. Тоже стечка, смотрите, лопушняк летом особенно тут рыбы будет. Видите, после лопушняка и сразу... А там гусеница выводится в этом. Вот. Тоже бездонное количество рыб. Джеки. Тянет, у меня сама идет. Сейчас уплывет еще. Осенью тут тоже, наверное, харюсь будет. Шикарнейший ловится. Да, какие пошли. Вот такой вид, ребятки. Сзади у нас елки. Джеки лег спать. Смотрите, как заросло тиной, покрытые кочками. И все, они какие-то зеленые, да? И это... Дно все зеленое, представьте, все в этой в тине. Вот такая вот шеера, ребята. Мелкая, плоскодонная. И Серега вот мучается на килевой лодке. А наша лодка с надувным дном как бы еще и проходит. А у него... Вот такое мучение, короче. Вот, ребята, яма. Видите, проплываем. Хорошая яма. Ну, как ее засечь? Да никак. Впереди вот такое нас ждет. Присмотреться, вон там фарватер, да? Там что-то кипит. Тут не знаю, ну косогор с этой стороны. Пойдем вот в эту стечку. Тоже харюзиное место. Ниже этой шевелюры полно будет харюзов.